Как все было интересно, да? Представляете, программе «Автостоп» 18-й год как в эфире. В гордом одиночестве. Я много чего в этой жизни видел. Я видел автомагазины, которые потом испарялись в большом количестве. Я также видел автомойки, которые испарялись в большом количестве. Но эта мойка – это немножко другая тема. То есть мы говорим о чем? Да, город Магнитогорск, город весьма интересный, да? С нашим городом ничего не случится, как бы мне это никто не говорил. По одной простой причине – мы работаем для вас. Мы работаем и показываем результат, как мы можем это делать. Но, к сожалению, это город металла. А в городе металла часто такое случается, что везде, но, и, да и у меня, есть пыль. Без этого не получается никаким образом. А мы хотим, чтобы машина была красивая. И куда мы можем приехать? Я вам рекомендую приехать сюда. Вот теперь мы поговорим о мойках. Их, по сути, много. Много-много. Какая лучшая? И в связи с тем, что и наконец-таки «Автостоп», который является самой долгоживущей программой про автомобили в России, и слава тебе, Господи, что мега-мелкожители отправились в мир иной. И вот вам факт. Давайте проверим, насколько мойка здесь хороша, которая располагается на Советской 225. Акватория. Ну, вообще-то здесь не просто мойка. Во-первых, 24 часа работы. Во-вторых, здесь работают с покрытием вашего автомобиля. И это не только краска. Здесь убирают вмятины. Здесь, по сути, клево, и вы можете посмотреть, как вашу машину моют. И это можно сделать легко. И отдохнуть, и нормальный чай, и сладости. Здесь можно ночью посидеть в хорошем баре. Здесь есть все для вас. Но самое главное, здесь работают люди. Работают качественно. И по сути я не буду говорить. Давайте послушаем, потому что специалист знает, что вам сказать. На нашем рынке, к сожалению, у нас здесь в городе не очень большой выбор поставщиков, которые представляют гранды там, химии. Иностранной, немецкой, итальянской. Вот. И в соответствии из тех, кто представляет здесь, в нашем городе, химию, самым оптимальным является ГРАС. Вот. Наш отечественный производитель, у которого хорошая цена и хорошее качество автохимии. Вот. То есть самое главное, что в качестве автохимии, это щелочной баланс, чтобы это была низкощелочная химия, не разъедало лакокрасочное покрытие. Для более тонкой, деликатной химчистки используется еще немецкая химия. Иногда же такое случается, да, что машину надо подполировать. Ну, бывает такое. Вы обратите внимание, что в городе творится, да? Ну, чуть-чуть поцарапали, да? Вроде краска не поцарапана, не лакокрасочное покрытие не задето, а вот то, что снаружи. И, в принципе, можно же каким-то образом это дело подтянуть? Да, конечно. У нас здесь работает профессиональный полировщик, у которого имеется сертификат. То есть это не кустарное производство. Клиентам показываются все недочеты, сколы, паутинки, царапины на кузове, на пластиковых частях. Все это показывается клиенту, и при его желании все это устраняется. Работаем круглосуточно. Спокойно мойщик, полировщик, который занимается этим, он спокойно все это устраняет, и на выходе клиент получает машину как из салона. А теперь другой вопрос. Да, случается такая штука, да? Вот у меня тоже машина стоит возле дома. И смотрю, небольшой такой удар. Чуть вмяли, и красоты нету. А если чуть вмяли, можно же аккуратно все дело поправить. Да, кстати, у нас в соседнем боксе работает профессиональный человек, который не один год уже занимается выправлением вмятин по немецкой технологии, трос, специальное оборудование. Вот, недовольных клиентов не было. В связи с тем, что я вижу, у вас мониторчик есть очень хороший. Там и клипы, естественно, чтобы народ отдыхал, да? И рекламные вещи тоже. То есть есть такие вещи, покрытие вашего автомобиля? На данный момент на рынке защитных покрытий очень большой выбор. То есть и наш как бы автомоечный комплекс старается идти в ногу с этими новинками. И на разный класс, на разные счетчик, на разную кассу людей, разные возможности средств, которые могут защищать автомобиль.
начиная с обычных жидких, горячих, твердых восков и кончая жидким стеклом и нанокерамикой. То есть то, что уже последнее слово. В чем смысл всех этих защитных покрытий? В том, что они обладают большим гидрофобным качеством. Это первое. Второе – это то, что придает более сияющий блеск автомобилю. Это очень видно и очень сразу очень бросается в глаза. Вот кто следит за автомобилем, тот видит разницу. Вот. И скрашивает скольчики, маленькие трещинки, паутинки на автомобиле, на лакокрасочном покрытии и становятся менее заметными. Если человек не хочет там полировать машину, а хочет вот просто закатать ее в жидкое стекло или в нанокерамикой покрыть, то есть он получит абсолютную защиту на 1.5-2 года. То есть возвращаемся к началу. Помните, я вам говорил, что мойка работает круглые сутки, и можно помыть машину и вечером, и ночью, что особо актуально для работников комбината. У нас есть скидки постоянным клиентам 15% при накопительной системе. То есть человек, клиент моется на 2500, и в дальнейшем у него скидка 15% на все наши услуги. Есть ночная скидка с часу до 6 утра 30%. То бишь, господа, или наши любимые товарищи, доехать легко, плутать не надо. Советская улица уникальна, и проехать можно на зеленый, да и вообще, понятно, наши правила. Город прикольный еще и тем, что здесь вы машину свою можете помыть всегда. Итак, где мы находимся? По сути, событие Советская 225. Но давайте определимся. Каков наш город? Наш город очень маленький, красивый и абсолютно не напрягающий. Отсюда до вокзала, это 12 минут езды. Можно за 10 доехать? Никаких проблем нету. Если это не пробки, естественно. И, в принципе, вы бы хотели хорошо помыть свою машину. Вы бы хотели довести ее до ума. Вы бы хотели убрать вмятины. Вы бы хотели ее покрасить. Не покрасить, я имею в виду, сделать дополнительный глянец. И это можно сделать. Доезжайте до суток. К слову о том, что эта мойка работает круглые сутки. То есть в любое время, а лучше ночью вы сюда приехали, отдали машину, вам ее помыли хорошо. А в этот момент вы либо посидели, поиграли в интернет, или Wi-Fi, или поднялись на второй этаж, и там получили удовольствие. И через некоторое время ваша машина в другом количестве и в лучшем удовольствии вас встречает уже внизу. Так что весьма тема интересная, куда можно приехать на автомойку.